Международный день молоди 12 жнивня у Могилевской области пройдет День добра. Под час свята волонтеры руху БРСМ «Доброе сердце» организуют по всей области працовные и экологичные акции, допомагают ветеранам, наведывают детей-сирот, шматдетные семьи. У Могилевском ЦУМе и гандлевом центре Престона, а так само у районных центрах, пройдет сбор школьных и спортивных принадлежностей для детей из малозабеспеченных семей. Завершая свято республиканский доброчинный марафон «Усе фарбы життя для тебе».